Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Маша и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И это видео-распаковка. Неожиданное, незапланированное видео, потому что посылка пришла неожиданно. Эту посылку мне прислала Таня Флакс. У нее есть YouTube-канал, но она уже не первый раз мне присылает подарки, посылки, вы уже знаете. Ссылку на нее оставлю в описании. Что ж, без лишних предисловий, пожалуй, начнем распаковывать. Ну как же без ромашонка? Без ромашонка у меня уже не получаются ни одни видео на YouTube. Открываем. Да. Пупырчатая пленка. Да. Ночная маска для лица. Да. Harmony Sleep. Да. Вот, вот посмотрите, вот такая вот маска для лица ночная. А еще вот это вот. Вот. А, ну тут все запаковано. Подождите-ка. А еще вот это. О, ну пахнет огурчиком. Это у нас увлажняющая сыворотка. Да, вторая. Несмываемая для волос. Вот такая вот увлажняющая сыворотка. Я очень люблю, кстати, продукты для волос. Мне очень нравятся. Очень шелковистые они становятся. Это Dove. Крем-гель для душа. Это Faberlic. Purifying Mask. Purifying Финк Маск. Мой английский оставляет желать лучшего. Нет, у меня, кстати, был такой обычный английский, а тут я прям... Маска очищающая, увлажняющая сыворотка, все в одном, Dolce Milk, вот такая вот. Такой этот ограничитель стоит, его, наверное, надо... А, гляньте, такая пимпочка вынимается. Пимпочка, вот вот. Да. Как интересно. Ой! Мазанула. Это для чего? Сыворотка. А, это... Ой, ладно, на руки размажу. Больно? Не-не-не, пахнет вкусно. Класс. Это дезодорант Dove. О, косметоз. Это декоративная косметика. Класс. О, тушь Oriflame. Декоративка. Очень люблю декоративку. Вот, посмотрите, вот такая вот тушь. Wonder Lash Ultra, вот такая вот тушь от Oriflame, липстик, о, блеск, ну-ка давайте попробуем, вот у меня есть мужчины на канале, я когда объявила в телеграм-канале, ой, народ, прислали посылку, буду снимать распаковку, хотите распаковку, мужчины написали. Ой, я хотел идти в лес, но, похоже, придется смотреть распаковку. Думаю, мужчина, неужели вам интересно вот это смотреть? А ну. Нормально идет? Слушайте, идет. Под лицо, все к лицу. Так, помада. О, зеленый карандаш для глаз. Таня знает, что я люблю зеленые карандаши. У меня два зеленых карандаша в двух оттенках, потемнее, посветлее. Ну, лишний зеленый карандаш никогда не помешает. Очень универсальный макияж, но в моем исполнении. Вот, кстати, и сейчас я с зеленым карандашом. То есть подвела зеленым карандашом ресницы, брови и все, и макияж готов. А, это прозрачный блеск для губ. Да, я Тане говорила, что хочу прозрачный блеск для губ, потому что я никак не могу найти нормальный, просто обычный прозрачный блеск для губ. И она мне прислала. Все запомнила, Таня. Все-все-все. Все запомнила, что мне надо. О! Тканевые маски! Тут еще это. Ой, гляньте, здесь бронзер, пудра. Хайлайтер и это, посмотрите, блескучки какие. О, обалдеть, посмотрите. О, хайлайтер для сияния кожи, поняли? Можно так вот кончик носа, тынц, блестеть будет. О, вообще супер, народ. Это хайлайт, это бронзер, хайлайтер золотистый. Вот, посмотрите, какой, блин, солнце светит. Вот, видите, как он блестит. Ой, вообще, ну, давайте тут покажу.
Но это более для смуглой кожи, но мне больше розовый нравится, класс. Это анти-эйдж крем какой-то. Тань, напиши в комментариях или мне в сообщении, что это такое, для чего? Для носа, для подмышки, для левого глаза, для правого, для локтя, для пятки. Ой, не пойму, такая малюська, для чего это малюська? Я так и не поняла, какой-то кремчик. Таня у нас специалист в косметике просто. Ну вообще, составами всем вообще разбирается, проконсультировать, для какой кожи что подойдет, это просто вот ас в косметической высшей степени. Какая-то еще пимпочка, это какая-то капсулка, господи, что это, я не знаю. Помогите, объясните, Таня, объясни мне, что это такое, ни одного слова по-русски. Конечно же, тканевые маски. Раз, два, три, четыре. Ой, среди тканевых масок, гляньте, какая еще штука обалденная. Это тени. Это палетка теней Vivienne Sabo. Ой, я очень люблю Vivienne Sabo. Таня запомнила, что я люблю Vivienne Sabo. Какие сияющие. Ну-ка, народ, давайте. Посмотрите, гляньте. Просто шикардос, да? Где вам показать? О, класс! А ну. Слушай, ну класс, Танюшка. Блин, это вообще бомба. Не, ну это я как бы тяп-ляп быстро пробую, да? А так вот, если сесть, сделать с этих теней макияж. Ну просто, Тань. Перламутровые сияющие тени, хайлайтеры, боже мой. У меня вот как раз были одни матовые, обычные. Вот прям вот, ну как-то вот прям ты, как ты угадываешь? Как ты угадываешь, что мне надо? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 масок, прям дюжина. Спасибо большое, Таня. Тканевые маски для лица, это просто супер. Это вот, смотрите, что. Посмотрите, какая я зайка. Тань, так оно одевается, или я что-то не то делаю? Ну, я поняла, это вот так вот, чтобы одевать, волосы убирать и делать косметические процедуры. Супер. Золотая птичка вышита. Далее, Faberlic, рост волос, шампунь, вот такой вот, бальзам для волос, ну шампунь и бальзам для волос комплектом, спасибо большое. Кондиционер для волос тоже, фирмы Oriflame. Кондиционеров, бальзама, масок для волос мало не бывает. Это что? Это что-то от Oriflame. Это не подводка, это помада. Еще одна помада. Ну-ка. Ну, я не могу еще раз красить. Может снять отдельное видео, перепробовать, какая помада смотрится на мне. Я не знаю. Зубная паста с натуральными частицами клюквы. А ну-ка. Вы подумали о том же, о чем ее, и я, надо ее попробовать, да? Слушайте, ее можно есть. Но она такая сладенькая, мятно-острая. Мятно-сладко-острая, классная вообще. Буду чистить зубы красной зубной пастой. Первый раз в жизни. Господи, я как чукотка, я... Как наивный чукотский ребенок. Туалетная вода Эклат! Таня, ну до какой же степени ты меня хорошо знаешь? Ой, у меня аж руки трясутся. Вот. Вот так вот. Примерно все Эклаты всех фирм, да, выглядят вот так вот примерно. Голубо-фиолетовая туалетная водичка вот в таких вот широкеньких... Как их называют? Баночках. Я прям сейчас надушусь. Ох, супер.
Ой, обалдеть. Далее. Бархатные ручки, крем для рук. Faberlic, восстанавливающий филлер для поврежденных волос. Умный кератин. Вот. А как вот его брать вот так вот на волосы, да? Как вот прям вот так вот, да? Вмазывать в волосы, да? Так, это что? Гель. Гель для умывания. Осветляет, борется с пигментацией. Спасибо большое. Да, кстати, это мне тоже нужно. Чокер, который мы с ней обсуждали. Я ей говорила, что я очень люблю чокеры. Ой, как я люблю чокер. И посмотрите, какая красота. Тут змейка с зелеными глазками и зелеными камушками. Ну, носится вот так вот кулоном. Ой, красота, глядите. Здесь змейка кружочком скручена с зелеными глазками. Ну, прямо как я. Змея с зелеными глазами. Это же я. Тань, спасибо, шикарно. Посмотри, как подходит под крестик. Супер, правда? Парфюмированное мыло. О, парфюмированное мыло. Вот такое вот, девочки, мальчики. Dolce Milk, банан, гель для душа. Вот эти вот гели для душа очень пахучие и очень ароматные. Ну, прям бананы идут оттуда. Прям бананы, бананы, бананы. Ой, вообще класс, народ. Такая пахучка, просто звездец. Безумно ароматно пахнут. Вот такие вот. Крем для век. Таня, у меня предыдущие еще не закончились, два. Тык, тык. Ну, прозрачный. А, нет, беленький такой. Такой. Ну, можно вот сюда мазануть. Это скраб для кожи головы. Глубоко очищает кожу головы и отшелушивает, сокращает выпадение, способствует активации роста. Вот этим я точно бы никогда бы не додумалась бы пользоваться. Я даже не знала, что такое бывает. Применение. Используйте скраб до применения шампуня. Да, сначала нанесла, поскрабировала, потерла, а потом шампунь и смыла. Нанесите на кожу головы, распределяя по проборам, аккуратно помассируйте 1-2 минуты, смойте. Используйте скраб 1-2 раза в неделю. Вот такой вот скрабик. Скраб. Гиалуронка Faberlic, увлажняющий тоник для лица. Тоник у меня тоже уже на подходе заканчивается. Какое все пахучее, как я все это люблю. Вот такой вот тоник для лица Faberlic. Это коллаген, ночной крем для лица Faberlic. Вот такой вот ночной крем для лица. А это дневной крем для лица. Комплект там как раз будет, супер. И последнее, что в этой коробке. Крем-концентрат для лица Faberlic Expert тоже. Вот такой вот крем-концентрат. Это что? Это Age Power. Сила против возраста. Это не... Ну, белый обычный такой. Такая текстура у него не жирная. Такой он... Как вуаль уже вот растворился в руке. Все. Посылка закончилась. Это, конечно, просто безумие. Танюшечка, спасибо, моя хорошая. Очень мне приятно. Ты, как всегда, просто эксперт косметических вопросах. Ну, от чокера я, конечно, без ума. Посмотрите, это ж просто вот, ну вот, вот мое. Вот иногда, когда идешь где-то, смотришь вещь и понимаешь, ага, эта вещь, вот, вот она вот моя. И вот Таня, вот она глядела на эту вещь, и она сказала, у меня есть, я видела, говорит, чокер с зелеными камушками, и я когда на него посмотрела, я понимала, что это вот ты, с тобой ассоциация, я думаю, тебе понравится. Правда, Танюш, очень угодила. Не, ну с косметикой это естественно, да. Особенно мне понравились вот эти тенюшки блескучие, вот эти хайлайтеры, просто пипец. Блеск мне очень понравился, помада. Декоративку я очень люблю. Вот, но это просто, это же бесподобно, глядите. Просто красотень. Ой, Таня мне прислала эту посылку на...
день рождения, у меня недавно было день рождения, спасибо большое Таня, Таня Флакс, подписывайтесь на ее YouTube-канал, подписывайтесь на мой YouTube-канал, кто до сих пор не подписан, подписывайтесь на мой Telegram-канал, ссылку оставлю в описании к этому видео. Оставляйте свои комментарии, жду от вас обратной связи, ну и, конечно же, всех люблю, всем пока! Итого, в общей сложности, вот такая вот получилась посылка. Вот это вот весь подарок, который я распаковала от Танюшки, от моей любимой. Спасибо тебе большое, Танечка, еще раз, безумно приятно. Господи, я не представляю, сколько это стоит, зачем ты так потратилась, Тань. Ой, ну Таня сказала, это на день рождения, это на все, мне подарок, вот такой вот. Вот, вот это вот все масочки тканевые. Она знает, что я люблю тканевые маски, обожаю. Вот эти вот тени обалденные, хайлайтеры, бронзеры, пудра. Вот эти вот тени перламутровые тоже обалденные. Вот это декоративная косметика. Вот эти две помады, блеск, тушь и зеленый карандаш для глаз. Вот. И вот такая вот уходовая косметика. Крема для лица, зубная паста, гели для душа, шампуни, гели для умывания, даже дезодорант, крем для рук, тоники, там где-то тоник есть, вот, вот это вот тоник для лица. Вообще просто, вот такая вот посылочка у меня получилась от Тани. Еще раз большое-большое спасибо, Таня. Как красиво смотрится. Красиво.